Смотрите. Огромное множество стрел. Она похожа на стрелу. Это стрела, которым Бог создает из воды, то есть из дождевой воды. Озон, небо. С помощью высоковольтной энергии молнии. Когда молния падает на поверхность земли, высокая статика распространяется и наполняет всю землю. Таким образом, молния выходит из каждой растительной иглы и этим создает озон. Самое удивительное то, что растения имеют гладкую поверхность, и они очень-очень длинные, а на конце имеют иголки, вот такие, вот эти стрелы. Таким образом, это является адронным коллайдером. По нему течет высокое напряжение, плюс выходит, минус входит, потом поднимается водород, как в адронном коллайдере. Получается, это является электронным ускорителем для водорода, чтобы семена растений питались водородом. Таким образом, все это удивительное доказывает правоту науки, супернауки, которые до сих пор мы пытаемся понять. Самое интересное, насекомые тоже имеют иголки. Таким образом, все животные, растения, насекомые, они все предназначены для того, чтобы создать озон с помощью энергии молнии. Наноиголки.